Приветствую вас, дорогие мои подписчики, зрители моего канала. Сегодня я вышел на свое очередное место. Историческое. Я здесь впервые полетел в горизонте. Все решался, наконец-то полетал. Ну а сегодня я хочу с вами поделиться, как будет лететь Mark 4. Складные пропеллеры 21700. Давно я не летал на нем, очень давно. Не помню даже, когда последний раз я летал. Здесь я настроил все-таки последнюю версию Betafly 4.5. Хотя и говорят, что ничего настраивать, там проблемы с GPS. Но я не занимаюсь возвратом домой, ну, на Betafly Rescue. Поэтому проверю, как он все-таки будет себя вести. И сравню. Я перед этим летал на ВД-5, на дохлом коте. Коте. Рама, которая, и 21700 тоже. И вот посмотрю именно практически в тех же условиях, в той же обстановке, правда, сегодня ветерок. Несмотря на неблагоприятную погоду, полетим. Так что потихонечку, помаленечку взлетаем. Еще раз 21700. Так, мощность у меня не переключается. Вот, кстати, тоже непонятно. 4.5 Betafly. Перед этим у меня было там 4.2, кажется, или 4.4. Отлично переключалась мощность. Вот перешел на 4.5, настроил точно так же. Нифига. По барабану. Ничего не щелкаю, я уже на все тумблеры проверял. И нифига не получается. Так что будем летать так, как есть. Так, ставим акро. И потихоньку полетаем. Посмотрим. Батарейка просела махом. Да, связь будет, конечно, у меня сегодня вот так. Висю из-за долбанной связи. Ну, что могу сказать? Могу сказать одно, что из-за плохой связи получается, что попало. Так что будем летать рядом, потому что видео не к черту. Ну, тоже тяжелый, кстати. Тяжеловастенький аппарат. Ну, как аппарат? Батарейка. Она весит почти 300 грамм. Да не прочекаться, 300 грамм весит. Поэтому получается то, что получается. Ладно, переключу на всякий случай. Может, она не отображается, зато мощность переключается. Да нифига. Ну, сейчас пропадет все. Ну, сейчас я поставлю другую антенну. Это уберу, а поставлю другую антенну и заодно проверю. Может, на 25 будет работать лучше. Так, где я сел? Там я сел. Да, стоял у меня вот такой. Я забыл, как он называется уже. Я поставил обыкновенный вот такой, наподобие, что тогда лолипоп. Но здесь хреново то, что очень гнучкая стойка, поэтому приходится вот так зацепил. Я понимаю, что некоторые скажут балбес, на водке.
от питания. Ну все, показал я, как я вам примастерил антенну. Ну а теперь попробуем снова летануть. С мощностью, конечно, мне что-то не нравится. Я перестраивал, кстати, и передатчик. Все перестраивал. Здесь он смарт аудио, здесь не Трамп. Ни черта не получается. Ну ладно, что ж теперь уже сделать. Попробуем как есть. Так, вот здесь у меня, кстати, нету чистого времени, арм. Ну, посмотрим. Ничего, помех нету. Да, есть, ну, помехи есть, конечно. Но хрен его знает, или это помехи от кабеля, который держит антенну. То ли чисто то, что маленькая мощность. Ну, за деревья залетаешь, конечно, что будет помехи. Ну, посмотрим. Ну, как будто бы получше. Не буду врать. Посмотрим сейчас. Возможно, получше. Ой, получше, хрен там. Связь пропадает. О, покосил траву, забросал мне из боковой защиты, нету, там чувствую, будет сплошной сенокос. Но пролетел. Да, в этих кустах стою, понятно, что. Нифига. Ну ладно. Будем летать впереди. Ну вот так как-то. Не понял, кстати, что-то. И мощность. Видеосигнал как-то начинается, видео тухнуть, с чем это связано, не знаю. Немного слабенький сигнал, хотя качество как будто остается, а он становится темнее, чем это все. О, снова. Ну, знаю, не знаю. Так что не удалось мне сегодня, можно сказать, полноценно полетать и проверить батарейку. О, ни хрена себе, спутники появились. Ну, блин, аж целых 6 спутников. Проснулся GPS-приемник. Проснулся. Ну, это уже как бы... Даже он скорость показывает и газ показывает. Ну, газ показывает, ладно, это от GPS не зависит. А высоту 5 метров брешет, зараза, они тут 5 метров. И 6 метров нету. Расстояние до дома вообще молчит, как рыба об лёд. Так что в кусты влететь, попробовать испытать судьбу.
Да. Связь ни к черту. Ну, когда на открытой местности, это ладно еще. А когда среди деревьев летаешь, то это не есть хорошо. Шумит. Шум есть. Так что можно, как говорится, сделать вывод. 3:47. Ну, в общей сложности я, конечно, летаю не 6 минут, но минут 5 плюс те минуты. Ну, наверное, за 6 минут 6 летаю. И 3:46. Ну, я бы сказал, чуть-чуть полегче, чем Володор. Но Володоры потяжелее, наверное, грамм на 50 тяжелее. А залетать на аппарата 50 грамм, это тоже много. Ну, плохо, что ветер, я чувствую, камера будет задувать. Так что, как говорится, простите, пожалуйста, я не хотел. Это не я, это ветер. Делает очень плохой звук. Это ветер, все. Ой, вот ты зараза. Подведем итог. Значит, первое. 21700 и Mark 4. Летит нормально. Даже легче летит, чем на ВДшке, на Володоре. Но полет у меня закончился, потому что накрылся медным тазом и потерял одну лопасть. Но это, кстати, ничего страшного нету. Я, кстати, лопнула та зараза, которую я печатал. Так что ничего страшного. Напечатаем и восстановим. Правда, лопасть, ну, у меня, правда, есть еще другие немножечко. Посмотрим, может быть, они одинаковые. Не помню я, так что пойдет. Дальше. Ну, со связью понятно. Какие-то проблемы все-таки, наверное, с прошивкой Betafly 4.5. Почему я не могу настроить дистанционное переключение передатчика? 4.4.2 там работал нормально, а вот 4.5, как говорится, подержите арбуз. Ни черта не получается. Но в целом, по сравнению с VD5, еще раз говорю, легче летит даже на 21700. Ну, батарейки, кстати, теплые. Те были где-то примерно градуса, наверное, 40, около 40. Чуть больше, даже 45, вот так где-то, на ощущение. Это чуть тепленькая. Вообще нафиг. Чуть теплая. Но я и так же не летал, как там. Но по времени, я думаю, что я буду летать даже больше, чем на Володоре. Все. С вас подписка. Палец вверх, палец вниз. Всем мира, добра, здоровья. До новых встреч на моем канале.